В районе домов 29 и 31 по улице Железнодорожной пропала кошка-инвалид. Ее очень ждут дома. Телефон 476-44. Звонить круглосуточно. Вниманию населения. 9 июля с 14.15 до 15.15 в службе общественной приемной главы Республики Коми по Печорскому району пройдет прямая линия на тему «Вопросы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». На вопросы жителей города и района ответят специалисты филиала номер 4 по городу Печоре Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми. На прием можно обратиться по адресу улица Булгакова, 22, кабинет номер 17 или по телефону 717-25. Увлекаешься видеосъемкой? Есть подработка. На период отпуска основного сотрудника ищем видеооператора. Ждем резюме. Внимание населения! 9 июля с 11 до 12 часов в службе общественной приемной главы Республики Коми по Печорскому району пройдет прямая линия на тему «Безопасность несовершеннолетних в летний период». На вопросы жителей города и района ответят представители ОМВД России по городу Печоре. На прием можно обратиться по адресу Булгакова, 22, кабинет номер 17 или по телефону 717-25. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.